полтора километра в честь присоединения Крыма. Такое предложение получили школьники Петроградского района. Символический забег прошел на Елагином острове. Крым всегда был в составе России. И только выпал в 90-е годы за какого-то халатного отношения нашего бывшего руководства к нашим же территориям. Ребят, сейчас это снова наша земля. Это очень важно. Открыть весенний беговой сезон вышли 250 старшеклассников. Все они занимаются легкой атлетикой, но на открытую площадку вышли в первый раз в новом году. Участники стартовали от эстрадного театра и сделали круг вокруг Северного пруда, попутно размышляя о последних исторических событиях. Они изучают в этих старших классах уже историю России. Я просто прекрасно это знаю, потому что у меня у самой дочка практически старшая школа. И эта тема достаточно такая животрепещущая, и исторические факты, русско-турецкая война, и все, что касается, они уже все это проходили, все это знают. На раздумье у бегунов ушло всего несколько минут. Первый спортсмен прибыл на финиш с результатом 4:16. Следующие массовые забеги на петроградской стороне пройдут уже в апреле, пока на дорожках все еще довольно грязно.